Я обращаюсь к простым американцам, я обращаюсь к людям. Несколько месяцев назад правительство вашей страны под названием США открыто вмешалось во внутренние дела Украины. Вначале это выглядело как вполне безобидные советы, и часть наших граждан решили последовать этим советам. Они взяли в руки оружие, убили сотни людей. Изгнали какого-никакого президента, захватили власть и вот уже третий месяц не знают, что делать с этой властью. Работы у нас больше нет, зарплаты, пенсии нет. Реальной власти, которая должна защищать нас и наши семьи, тоже нет. Гражданская война идет на улицах и площадях всей Украины. И наш простой украинский народ близок к отчаянию. Безобидные советы превратились в американских чиновников, разгуливающих по коридорам украинской власти, и в американских солдат, присматривающих за инакомыслящими непослушного Юго-Востока. Я решил обратиться к вам, простые американцы. Я знаю, что большинство из вас – это добрые, отзывчивые и доверчивые люди, что вы любите покой и уют, мирную жизнь и стабильность. Я часто слышал от вас, что вы не одобряете действия ваших правительств на чужих территориях. Но это недовольство негромкое и осторожное, в отличие от внешней политики ваших правительств. По-человечески я понимаю вас. Вы боитесь выпустить из рук волшебную палочку, благодаря которой в вашу жизнь текут комфорт, богатство, стабильность и исключительность. Вы боитесь расстаться с тем, чего нет и никогда не будет ни у одного другого народа. Вы трепещете над вашим американским чудом по имени бесплатный доллар. Вы лучше меня знаете историю о том, как в темные времена Второй мировой войны доллар превратился в ярмо для всего мира и в чудо. В настоящее чудо для Америки. Тех пор, чтобы стать богаче, вам достаточно всего лишь напечатать еще одну партию ваших американских долларов, себестоимость которой фактически равняется стоимости бумаги с водяными знаками. Если бы вы предлагали другим народам не вашу американскую демократию, которая на разных языках, к сожалению, звучит по-разному, а вот этот самый бесплатный доллар, я уверен, вас бы и все ваши правительства носили на руках. Но это невозможно. Мы с вами хорошо понимаем, что доллар может быть бесплатным только для американцев. И точка. Все бы ничего, если бы не одно страшное условие продления существования бесплатного американского доллара. За него хотя бы один раз в несколько лет должен отдать жизнь один неамериканский народ. Если раньше достаточно было одной жертвы в 10-15 лет, то теперь это происходит каждые 2-3 года. Доллар стремительно стареет, и его поддержание нуждается уже в массированном жертвоприношении. Я обращаюсь к вам, простые американцы. Только вы можете остановить этот кошмар быстро и без крови. Пойдите и скажите вашему правительству, что вы не хотите достатка и комфорта ценой человеческих жизней. Сделайте то, что избавит вас от ненависти всего неамериканского человечества. Сделайте то, что вернет вам его любовь. Откажите вашему правительству в праве убивать другие народы. Пойдите и скажите им, что вы не хотите, чтобы гибли мы, украинцы. Потому что вы, простые американские люди, единственная сила, которую они по-настоящему боятся. Поднимите ваши задницы и сделайте это прямо сейчас. Ведь в глубине души вы понимаете, что это ведет не только к нашей погибели, а к всеобщей погибели. А мы не хотим умирать. Ни сами, ни вместе с вами. Россия вернулась в игру. С этим уже никто ничего не может поделать. Это свершившийся факт. Сегодня у России есть все, чтобы вести независимую внутреннюю и внешнюю политику. Или, проще говоря, делать то, что она считает нужным. Да, Россия – это не демократия, которая так близка и понятна американскому народу. Россия – это нечто другое. Россия – это справедливость. Мой дед Мелькиседек говорил: «Не ищи справедливости в мире, сам будь этой самой справедливостью». Так вот, Россия – это то самое место, где произрастает справедливость. Всякий, кто здесь живет, имеет врожденное чувство справедливости. И те, кто жил в России, хорошо знают,
Что я имею в виду? Русские далеко не все свои права и обязанности доверили словам. Многие знания русских так и остаются в безграничном поле чувств и переживаний. И поэтому русские никогда не становятся бездумными механизмами. И поэтому русские ценят неписанные законы гораздо выше писанных. И именно справедливость, по большому счету, является их истинным смыслом жизни. Чем бы они ни занимались, какие бы государственные устои ни возводили на своих землях, какие бы открытия и подвиги они ни совершали, как бы ни грешили и ни каялись, в каждом их поступке скрыта бесконечная жажда справедливости. И демократия со всеми ее рюшечками и тесемочками трещит по швам на живом и здоровом теле русского смысла. Россия уже вернула себе любовь своего народа, ресурсы, смысл жизни и адекватное этому смыслу правительство. И сейчас она возвращает себе свое истинное прошлое, свою правдивую историю, и не только себе, но и всему миру. То, что я вам скажу сейчас, возможно, покажется неожиданным. Совсем скоро мир станет совершенно другим, и прежде всего другим станет наше общее прошлое. Мы узнаем, что народы мира – это не случайные образования с корнями, уходящими в неизвестность. Народы мира – это гигантские исторические проекты одного единственного пранарода. Это проекты, с помощью которых наш пранарод искал и продолжает искать пути реализации человеческого потенциала. Уже совсем скоро мы поймем смысл многих событий, произошедших на Земле за последние 500-600 лет. И этот смысл объединит нас. Народы вернутся к своему началу и поделятся друг с другом опытом нескольких столетий. Да, нам придется довериться и открыться друг другу. И тогда, возможно, мы узнаем, как нам всем вместе жить дальше на этой земле. Так давайте же доживем до этого дня великого возвращения, великого объединения. И да воскреснет Бог! Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и в веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силою на тебе пропятого, Господа нашего Иисуса Христа, в ад сшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.